Привет, ребята! И в этом видео вы увидите, как сделать слаймы из одного ингредиента без клея или же лизуны без тетрабората. Но сначала хочу обратиться к тем, кто еще не подписан на мой канал. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Подписались? Спасибо! Тогда начинаем! Итак, ребята, я использую обычные подушечки Orbit. Они мятные. Раскрываем. Теперь я их подогрею в микроволновке. Ну вот, мы подогрели на 30 секунд с паузами каждые 10 секунд. Ребята, только вы будьте очень осторожны, ведь они горячие внутри. Ребята, я разомяла подушечки как могла. Аромат просто великолепный. Пахнет мятой, а не клеем. А теперь для загустителя этого слайма я использую обычную воду. Рискнем, ребята, взять его в руки. Ребята, он даже подхрустывает. Классно вышел. Слайм очень похож на жвачку для рук. Сегодня я вам покажу, наверное, единственный работающий рецепт слайма из зубной пасты. Без клея, без тетрабората. Который получится. Но мне кажется, многие про него уже забыли. А многие и не знают еще. Поэтому я покажу этот рецепт для вас, мои любимые друзья, мои подписчики. Но перед началом хочу вас попросить подписаться сейчас на мой канал и нажать на колокольчик. И если вы подпишетесь, вы очень сильно мне поможете. Я за это буду вам очень благодарна. Итак, для этого слайма нужна тарелочка, обязательно подходящая для микроволновки. Но, ребята, хочу вас предупредить, если вы не умеете хорошо пользоваться микроволновкой, или вам не разрешают родители, не делайте этого, я вас очень прошу. Так что, если вы не умеете, просто смотрите, не повторяйте. Берем зубную пасту и выдавливаем ее. Зубная паста может быть любая. Вот так достаточно. А теперь ее надо поджарить в микроволновке где-то 30 секунд. Потом достанем и посмотрим. Если еще жидкая паста, ставим еще на 30 секунд. Но предупреждаю, зубная паста будет очень горячей. Поэтому надо подождать, пока она остудится. Главное в этом рецепте слайма из зубной пасты, без клея и тетрабората, не пережарить зубную пасту. Поэтому я отдаю маме поставить ее в микроволновку на 30 секунд. Скоро вернусь к вам. Прошло, ребята, 30 секунд, и зубная паста выглядит вот так. Перемешиваем. И видим, что она жидкая еще. И горяченькая. Так что ставим ее еще на 30 секунд, без ложки. И что мы сейчас видим? Видно, что паста изменилась. Слаймик из зубной пасты еще не полностью загустел. Поэтому отправляем его в микроволновку еще раз пожариться. Теперь мы поставили на 1 минуту 15 секунд, и вот что у нас получилось. Кажется, уже хватит его жарить. Слайм загустел, вот. Он еще слишком горячий. Вот он уже остыл. И теперь будем собирать наш слаймик. Мне уже так не терпится. Теперь разомнем. Ребята, я его очень долго разминала.
И вы видите, что он неплохо тянется. Но еще раз повторяю, он может быть горячим. Так что будьте очень осторожны. Смотрите, к рукам он не липнет. Получается вот такой слайм или жвачка для рук. На ощупь очень прикольный. По-моему, это, наверное, единственный рецепт слайма и зубной пасты без клея и тетрабората.